Рязанские синоптики обещают в последнюю неделю января понижение температуры. Причем ночью столбик термометра опустится, по их словам, ниже отметки в 30 градусов мороза. На этой неделе погоду Рязанской области будет определять обширный антициклон, опускающийся к нам с севера. Поэтому в ближайшие дни морозы только будут крепчать, а показания барометра будут очень высоки. 28 января ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус 19, минус 24 градуса, местами по области до минус 29. Днем температура воздуха минус 14, минус 19 градусов. 29, 30 и 31 января атмосферное давление продолжит свой рост. Поэтому вероятность осадков также будет мала, а ночные морозы усилятся. Минус 23, минус 28 градусов, местами по области до минус 32. Дневные часы показания термометров не превысят 16-21 градусов со знаком минус. По народному календарю 27 января – день святой равноапостольной Нины. В старину считали, что если в этот день шел снег, то быть обильному урожаю. А еще поздно вечером, перед тем, как ложиться спать, выходили во двор и смотрели на небо. Считалось, что если много звезд на небе, жди снега и теплый день. Мало звезд – будет вьюга и ненастье.